Финланд, Кубок России стремительно мчится к своей развязке. Уже ничего нельзя повернуть вспять. Можно двигаться только вперед. И путь этот будет быстрый и захватывающий. И мы его пройдем вместе с финалистами Винлайн Кубка России. Го! Клуб привез этот кубок сюда, и я считаю, что ребята очень правильно, ну, как бы приняли эту ситуацию, и очень хотелось после вот этой неудачной недели, которую мы провели, ну, вот как-то закончить вот на такой мажорной ноте, и ну, сегодня очень многое получалось, мы, скажем так, контролировали игру, качество игры было неплохое, вот, поэтому, на мой взгляд, заслуженная победа всех ребят. Все без исключения внесли свой какой-то леп. Я за этим слежу, потому что у меня таких очков никогда не бывает. Ну, да, извиняюсь. Лучшая игра. Это все благодаря вот этому стадиону, вот этим болельщикам, которые любят баскетбол и любят всех наших игроков. Вот, я благодарен каждому болельщику, который топит за нашу команду, отдельно там за меня, которые люди топят. В моих майках приходят. Ну, это очень приятно, когда ты забиваешь. Меня вот честно, я всегда сконцентрирован на игре. Вообще всегда. Но вот этот сезон показывает, что коммуникация с болельщиками – самое главное. И вот вы вообще не представляете себе, какой кайф, когда ты забиваешь, бежишь, кричишь им, они тебе в ответ кричат. Это такая вообще энергия, ну просто, я не знаю. Такого я нигде такого честно не видел. Можно тоже это сказать про баскетбол? Мне баскетбол понравился, потому что наша команда победила. Наша команда молодец! Наша команда кто? Урамаш!
Вы видели, сколько открытки броском и промазал? Просто если не можете попасть в кольцо, это все. Мне сказал кто-то там, Дави, сегодня сдержим «Зенит» на 70, меньше 70 очков, я сразу распишусь. Сразу. Но, к сожалению, это не было достаточно, потому что фаза атаки и это ошибки, когда мы пришли на 4-5 очков, не прощаются. Боролись, бились, было все, и ошибки, и хорошие моменты, и промахи, и попадания, и кровь на паркете, и опять фолов, и технические, собственно, было все. Это был на самом деле очень насыщенный финал, но побеждает один только клуб, и это «Зенит», но второе место тоже почетно, так что поздравляем «Зенит» и спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего сезона и поддерживают нас. Так что второе место тоже результат, это медаль, и это почетно, как бы не хотелось завоевывать золото, но такое бывает, так что радуемся тому, что есть. My first words is for Russian Basket Federation, for this organization, and for Uralmash, for all the effort that they put behind this tournament. So thanks a lot. Second, to congratulate Nitinotgrov for this tournament and Uralmash and Emba for all the effort that all the players and coaches they did. And of course, to congratulate my players for the big effort that they did during this tournament, both games, they give everything on the court, defensively and offensively. They try to do their best, and I'm extremely happy for them, for all the effort that they did, and finally to have this success. И что Нижний бросили с плохим процентом, но мы были более агрессивны, более четче, наверное, сыграли в защите в какие-то моменты и выиграли подбор еще. Хотя, наверное, на это был упор самый главный. Поэтому сомнений не было. Я был уверен, что мы сюда едем за кубком, и мы с ним едем обратно.